Друзья, всем привет! Я снова на канале, и сегодня мы будем готовить традиционное датское рождественское печенье. Значит, смотрите, какие нам понадобятся для этого ингредиенты. Это мука, сахар, яйцо, миндальная мука, сливочное масло, ванильный сахар для тех, у кого нет под рукой свежей ванили, кондитерский мешок и вот такая вот насадка. Сливочное масло я бы рекомендовала достать из холодильника с вечера, то есть на следующий день, если вы будете готовить, чтобы оно уже было достаточно мягкое. Вот. И прежде чем мы начнем готовить наше печенье, включим духовку на 200 градусов. Сюда мы отправляем наше сливочное масло. Я достаю насадку. Так, мы ее включаем. Отправляем наш сахар к нашему маслу, но немного сахара надо будет сохранить для того, чтобы мы могли разбавить его нашей свежей ванилью. Так, я немного оставляю. Значит, сюда же мы отправляем наше яйцо. Значит, смотрите, я достаю нашу ваниль, разрезаю ее стебель пополам. Ой, такой аромат стоит. Очень хорошо пахнет. Разводим его с нашей ванилью. Пахнет вкусно. Нашу ваниль, собственно, сюда. Так, значит, мы отправили яйцо, ваниль. Теперь добавляем нашу миндальную муку. Все это тоже размешиваем. И, собственно, отправляем сюда нашу муку. Тесто наше готово. Теперь что мы делаем? Хорошее тесто. Посмотрите, вот такое вот тесто у меня получилось. Теперь, значит, мы отправляем наше тесто в кондитерский мешок. Значит, смотрите, тесто довольно крутое. Вот, и его не совсем легко выжимать, скажем так. Я поэтому проделаю две порции, как вы видите. Обязательно надо дать пространство между самим печеньем, так как они при выпечке у нас будут немного увеличиваться в размере. Видите, какие вот они у нас получились. Их уже можно отправлять в духовку. Все, отправляем их в духовку. То же самое проделаем с оставшимся нашим тестом. Друзья, пока наше печенье готовится, я заварю кофе, и мы, конечно, обязательно с вами будем их пробовать тут же, как они приготовятся. Друзья, смотрите, кофе у нас готов, печенье готово, но оно просто, посмотрите, какой цвет. Друзья, давайте пробовать наше печенье. Mmm.
она просто сказочная. Она просто тает во рту. Друзья, всем хорошей готовки. Спасибо за просмотр и хорошего вам Рождества. До скорого!